пойдем. Три Неокуба. С первого Неокуба делаем вот такую фигуру. Для этого берем 6 шариков, делаем кольцо, начинаем обматывать и обматываем примерно половину. Затем сюда вставляем шарик. Вот. Берем 6 таких молекул и делаем кольцо. Вот. Затем мы должны из другого Неокуба сделать шестиугольники. Берем кольцо из 6 шариков и обматываем. Вот так. Белым треугольником прикрепляем эти шестиугольники. Должен получиться большой треугольник. Берем еще один такой, соединяем. Если они соединяются, один треугольник нужно перевернуть. Соединяем. Берем еще один. Соединяем такой. И другой. Вот. Теперь в конце нужно соединить вверх. Затем соединяем красный треугольник. Ну вот, пирамида готова.